Сегодня Добрыня проводит второй товарищеский матч, второй за пределами региона. Сегодня победили 2-1 в Переславле. Вань, как игра, как с точки зрения тренера, с твоей позиции, потому что неоднозначная победа, скажем так. Игра, сейчас слово подберу, так себе, это прям мягко говоря, чтобы не ругаться. Единственное, что радует, и то меня в принципе это не радует, то, что мы выиграли 2-1, как бы все. Игра, первый тайм, если брать конкретно игру по таймам, первый тайм никакущий, просто никакущий. Я даже не знаю, то есть то, что мы наигрываем на тренировках, как будто они выходят и все забывают. То есть как при обороне играть, как играть при атаке, где располагаться. То есть это все вот каждый раз мы все заново начинаем учить. А первый тайм просто сидел, тупо смотрел и удивлялся каждый раз. Один косячит, другой, то есть не было игрока, который не косячил. Я не мог понять, как, почему это так. Ну то есть у меня есть на самом деле объяснение. Ну, сейчас я закончу по игре. То есть вот у нас первый тайм никакой, во втором поменяли нападение, прям два вместо у нас, вместо Грынова с поцелуем вышли Калашников с Кузьмичевым, вот один гол на двоих сообразили, там еще моментики были, то есть, но по факту, по большому счету, соперник в первом тайме играл не лучше, а намного лучше нас, и должны были забивать там даже не один, а штуки 3-4, и гол, который мы забили, он там вообще из игры не вытекал вообще никак, то есть, ну, просто вот, ну, забили со стандарта и как бы и все. Вот. Во втором плюс-минус более-менее игру выровняли, но, опять же, это не то, чего мы вообще хотим ждать от команды, от своей. То есть, как сказать, у нас не то, что было в том сезоне. Вообще не то. Просто у нас есть определенные проблемы. Не то, что определенные, у нас их очень много на самом деле. То есть у нас ребята конкретно, то есть, ну, не посещают тренировки. Кто-то по работе, кто-то просто отмазывается. У нас 3-4 человека основных в том сезоне. Кто-то покинул команду, кто-то у нас просто там какие-то бытовые травмы, да, то есть у нас как там Данил Николаев с коленом. Много потерь раз, и вот сегодня, если раньше я набирал 20 человек, выбирал из них, кто у меня попадет в заявку, кто нет, то сегодня у меня было 10 человек и 5 полевых на замене. 3 из них нападающих, 1 защитник и 1 там крайний. То есть у нас проблемы огроменные на самом деле. То есть и я сижу, каждый раз голову ломаю, с чего, но я не могу людей просто вызвать с работы, да, то есть они зарабатывают деньги, поэтому страдает из-за этого команда. Но бывает иногда, прям честно, руки опускаются, хочется прям бросить это все. То есть есть такие мысли, да наберу я лучше молодых ребят у нас со школы, но если на самом деле им еще сейчас очень-очень рано. Мы сейчас молодых ребят подпускаем только к дублю, те, которые у нас со школы. То есть у нас Суздаля двое, у нас трое с Боголюбова ребят со школы сейчас с дублем тренируются, но объективно им очень рано сейчас до основной команды. Они еще в дубль-то не попали, то есть я их сейчас буду ссылать в основную команду, нет. Но на самом деле уже руки опускаются, потому что если в том сезоне у меня на тренировке присутствовало 20 человек, мы могли наигрывать, все знали, куда бежать. У нас сейчас приходят конкретно на игры люди 16, на тренировку у меня 10 с вратарями. То есть это вот наша проблема, да, мы как-то внутри коллектива их решаем, но пока ничего с места не двигается. И я больше всего боюсь, на самом деле, что мы к этому сезону будем не готовы. Мы и так сейчас к нему не готовы, если сезон этот начнется, мы будем мучиться, как сейчас на этом поле, то есть с этой же командой. Команда добротная, хорошая, спасибо, что приняли, организовали его, не как тот выезд у нас был, то есть немного было конфузов, ну, в плане в судейском. Вообще здесь все ребята организовали, все отлично, им большое спасибо, нормальное человеческое постриженное поле, не по колено травы, то есть да, оно с кочками, но играть в футбол можно. Поэтому они молодцы, команда такой крепкий, там середняк, к примеру, там нашей первой лиги или там под задачу во второй, во Владимирской, как я посмотрел, то есть, ну, примерно. Есть ребята молодые в нападении, интересные, то есть опытная оборона, хорошая команда. Прям рад только этому спаррингу, еще раз он показал, что у нас не все так гладко. В принципе, я это и знал, но показать вот команде, наверное, что у нас не все так гладко, чтобы они хотя бы поняли. Я думаю, что они тоже особого удовлетворения от игры не получили. Результат мне сейчас не важен, я просто говорил, мы лучше 4-0 проиграли, чем играли вот в такое говно, по-другому слову не могу сказать. Подобрать даже, это самое мягкое, что сейчас. Вот. Хорошо, сочетание защитников меняется, да, и в гавпосаде играли одни ребята, сегодня другие.
наверное, наиболее надежным был капитан только. Какое сочетание тебе сейчас, например, больше понравилось, сегодняшнее или в гавпосаде, которое было? Есть ли какие-то мысли по укреплению обороны, я имею в виду, вот сочетание этих ребят, которые у тебя есть? Ну, если честно, никакое мне сочетание вот за эти две игры не понравилось. Мне нравилось сочетание, когда мы играли в том сезоне, Зайцев, Костриков, Николаев, то есть, но у нас, опять же, как я и говорю, Николаев бытовая травма, Зайцев с работой, Скворцов, который подменял Зайцева, тоже с работой, мы выходим на вторых резервных игроков, да, Крылов у меня в отпуске, все, у меня остался Сергей Шевраков, Рома Субботин, который номинально вообще опорником играет, Влад Курлыков, который опорником до этого играл, то есть у меня нет претензий к Владу Курлыкову, потому что не его позиция на самом-то деле, и он хотя бы единоборствами своими, да, то есть у него процент выигранных единоборств даже на глаз просто бросается в глаза, то есть он процентов 90, то есть отбирает мяч. Да, где-то позиционно не так играет, но эту позицию плюс-минус сейчас хотя бы закрывает, вот. По другим, про Кострикова, ну, как бы казалось, да, кажется, что надежно, но не то, что хочу я от него видеть, он сам это знает, я ему не раз говорил, что еще никто, и он, и вся команда не готовы. У меня есть 4-5 человек, которые готовы к сезону, да, но они не могут тянуть шестерых еще полевых, которые увозят тачку, поэтому не знаем, когда начнется сезон, но я надеюсь, он попозже начнется, а может и не начнется, я не знаю. То есть, если честно, вот по факту, если он не начнется, руки развяжутся у меня немножко. Я немножко выдохну, потому что и там этого позора хоть не будем, этого позора мы избежим. Потому что будет тяжело, будет очень больно на самом деле, потому что болельщики видят одну команду в том сезоне, а в другом выходим в лигу сильней. Народу меньше, меньше, меньше на тренировках. И мы, в принципе, вот просто, я не знаю, как ватрушечки. Хорошо, просто. Вань, увидел сегодня на поле Никиту Стригина, да? Ты говорил, что ты его отчислял. Как с ним ситуация обстоит? А как? Я тогда тебе говорил о том, что мы, если он изменит свое отношение, да, то есть и попросится на просмотр, как бы все вернется. Он пришел с армии вот буквально неделю там или две назад, вот, сам мне написал, и у меня, возможно, я бы ему дал сначала шанс в дубль еще что-то, но так как у нас обстоят дела с народом и на тренировках в целом, то есть, ну, плюс-минус как боевая единица, я его подключил, он сейчас на просмотре на двух неделях, поэтому смотрим, что-то по нему говорим. Сейчас игра моя его не особо впечатлила, меня не особо впечатлила, поэтому будем смотреть дальше, там уже решение я сам по нему приму, но и говорю сейчас чисто из-за того, что народа нет, взяли его сейчас. Хорошо. Сейчас Добрыня проводит ряд выездных игр за пределами региона. Да, скажи вообще, как, насколько сложно организовать матч сейчас, потому что, ну, время коронавируса, скажем так, да, и не обусловлены вот выезды за пределы региона с этим делом, что, например, во Владимире нельзя играть, да, приходится искать какие-то варианты. Ну да, вот сейчас как раз, чтобы коронавирус, то есть нам сейчас не дали раздевалок, да, переодевались на трибунах, то есть потому что нельзя проводить матч, хорошо, хоть поле дали, сейчас спортивные площадки открыты, мы можем по факту играть в футбол, но без удобств. Вот сейчас мы как бы и в принципе чем и занимались. Во Владимире мы, в принципе, так и планировали, да, выезжать за пределы региона, просто попробовать. Не то, что мы такие классные и офигенные, и нам неинтересно играть там с другими командами, мы бы так сыграли. Но сейчас, на данный момент, там, ну, есть у нас возможности, время, то есть мы чисто списались, созвонились, на нас много, в группу на нашу подписано людей из другого региона, то есть те, которые тоже вот сейчас в команде против нас играл мальчишек, который как раз через которого мы налаживали контакт с Переславлем. Вот, списались, договорились, приехали, у них есть окошко, мы не против игры, поэтому тут ничего тут такого сложного нет. Поэтому у нас еще игра с Шатурой запланирована, да, там даже дальше будем смотреть, что и как. Нет таких каких-то камней, да, которые там мешают проведению матча. Собрались, приехали, сыграли, как бы все, вопросов нет. Им еще раз спасибо за то, что приняли нас, хорошая команда и хорошие ребята, да. Хорошо, Вань, спасибо, удачи, с победой.